Всем снова привет. Мы в квартире. Квартира 73 квадрата, то ли 71 квадратный метр. Установили маячки и сейчас будем наносить штукатурку. Штукатурка у нас гипсовая. Робман Кнауф. Для скорости берем такую блихту и наносим ей. Потом все лишнее будем снимать правилом. Нанесли такой участок, и потом берем правило и все лишнее убираем. Получается, у вас маячки — это как такой ограничитель, маяк. Все, что лишнее, уберется, все, что нужно, останется на стене. Все лишнее убирается, и потом смотрите, где остались пробелы, вот в этих местах. Добавляете еще штукатурки и опять убираете, и должно получиться то, что нужно. Но, конечно, предварительно перед этим здесь затянуто все фасадной сеткой, клеевым составом, прогрунтовано все. Мы обычно выставляем маячки сразу на комнату, на две, и штукатурим. Вот сегодня, вчера маячки выставили, и сегодня вот эту часть заштукатурили. Завтра опять устанавливаем маячки и потом опять штукатурим. Вы знаете, в штукатурке, да и в любой другой работе, есть люди аккуратные, а есть не очень аккуратные. Ну, а есть и совсем неаккуратные, понятное дело. Поэтому вот эта работа, она требует аккуратности. Если вот каждый процесс будет выполняться аккуратно и с запасом качества, то в окончательном варианте мы получим хороший ремонт. Ну и можете представить другую картину, когда каждая работа будет выполняться без запаса качества, ну и еще хуже, абы как выполняться, то в конце мы получим брак неисправимый. Есть такое понятие — брак неисправимый. Он-то в принципе исправимый, но вы представляете, чтобы все это исправить, нужно опять все разобрать, разбомбить и по-новому все сделать. Золотая пора наступила, осень. Золотая осень. Ладно, всем спасибо за внимание, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. И всем пока. Удачи и до новых встреч.